подходим к месту. Да, и у нас на точечке обратно гуляет голавличек. Да. Оборвал мой чабик. С 0,6 шнуром оборвал мой чабик. Минус чабик. Была поклевка, блин. Натиру поклевки такое ощущение, что тебя кто-то током бьет. Да. Блин, сошел. А, почему сошел? А, еще поклевка. Ну что, друзья, 10 мая. Ничего у нас не получилось. Было три больших таких и жирных поклевки по головлю. Но одна закончилась то, что приманку оборвала, а две другие сошел. Шерих как бы плещется, гуляет. Местечко вот такое у нас преобразовалось так немножко. Очень много браток, очень сильная струя. Приобрел вторую палочку себе очень интересную. Эта палочка у нас Vivo EX. Ну, по первым впечатлениям, что о ней сказать? Ну, действительно, да, такое легенькое, хорошее удилище, достаточно злое. Хоть у нее и написано тест, что она фаст, но мне кажется, она экстра фаст, потому что довольно такая злая палочка от 8 до 30 грамм, как бы с катушечкой Twin Power. Ну, там приманка стоит на носу, но баланс получается, ну, пускай вот у нас. Вот баланс. Ну, как сказать, достаточно такое бросковое бросал. И блесну, свою любимую цикаду. И космастер. И джигу кидал 20 грамм. В принципе, так бы довольно чувствительная. Буду его катать дальше. Как-то выеду чисто так, чтобы поджиговать им, попробовать минимальных весов до максимальных, что оно тянет, как оно проседает. Ну, а на сегодня все. Пока. Put it in pockets like a sack. Going downtown to see a man.